сообщает ТАСС о заявлении РФ МИД главы, что война Запада с Россией уже не гибридная, а настоящая, а почти настоящая. И заявлял уже Лавров, что Россия обязательно в этой победит войне. И хотя перспектива, что люди хоть когда-то поймут глубокий смысл пословицы, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Не блестящая. Клипы прекращать снимать. С призывами ее понять. Долг человек запрещает мне. Потому что делаю, что должен. И пусть будет, что будет. Вот такие вот дела.